всем привет! Наше путешествие по замечательному городу Паттайя продолжается. И сегодня мы отправляемся в классный тур, который называется «Sri Island – Три острова». Сейчас мы все собрались на кораблике и отправляемся на остров, с которого мы будем летать на парашютах. Обязательно оставайтесь с нами, не переключайтесь, досмотрите это видео до конца. Сегодня будет очень много интересного. Между нами память и туман, ты как во сне, ты как во сне. Наверное, только бета-план поможет. Друзья, вот нас привезли на остров, за мной... За моей спиной сейчас очень много парашюток, нас всех по очереди сейчас будут поднимать в небо на парашюте. Между нами память и туман, ты как во сне, ты как во сне. Наверное, только бета-план поможет, поможет мне. Наивно это и смешно, но так легко моим плечам уже зовет меня в полет. Мой бета-план, мой бета-план. Любимая, как ощущения? Ой, мне очень сильно нравится лес, как здесь. Мандраж испытываешь? Дрожь в коленках? Нет, я вообще не переживаю. Тошноту? Нет? Дрожь по всему телу? Дрожь не испытываю. Когда будешь приземляться, ногами аккуратнее, он Макс ударился. Правда, он не знает, то ли это синяк, то ли он запачкался. Я смотрю, как они взлетают, держатся руками за реки. Вот, когда приземляются, ноги... Когда твои руки на ремни поставят, их чуть-чуть вперед, сразу чуть-чуть вперед отодвинь. Да, потому что замки эти могут чуть-чуть прищемить руку. Не смертельно, но неприятно. Ноги, наверное, поджимать? Нет, именно на ноги приземляйся, на полную стопу. Не на носочки, не на пятки, а на полную стопу.
Ноги чуть-чуть вперед, когда будешь приземляться. Наталья Николаевна, последние слова. Надо было поправить, отпустить. Ну, я поправляла, но мне было страшно отпустить руки, потому что все равно ощущение... Ты не отпускала, надо было просто поправить. Я не испытывала, но круто, конечно. Взлетает очень высоко и немного покачивает, но здесь вообще не страшно, очень круто. Хорошо. Хорошо. Мы с вами уже полетали на парашютах и прямо сейчас отправляемся на остров Костак. У нас будет высадка на этот остров, на пляж. Мы там будем кататься на бананах. Также мы возьмем с собой маски для снорклинга. И можно будет поплавать с ними там же на острове. На острове мы пробудем примерно один час. Ну, примерно час-полтора. Примерно так. После острова Косак мы вернемся обратно на корабль. И будет проходить обед. После обеда у нас начнется купание в открытом море, рыбалка и пенная дискотека. Это будет проходить одновременно. То есть во время купания мы будем нырять с первой палубы, со второй палубы и кататься на водной горке. Это будет проходить сзади корабля, то есть с кормы корабля. В это же время будет рыбалка на носу корабля. Кто хочет на рыбалку, тот пройдет на нос корабля. Тайцы вам выдадут удочку, наживку. Рыбалка донная, самое главное опустить груз до дна, и тогда поймается рыбу. И в это же время будет пенная дискотека прямо здесь, на первой палубе. И после пенной дискотеки мы отправимся обратно в Паттайю. В Паттайю мы прибудем примерно в 4:30. На пирсе вы сможете приобрести фотографии с парашютом. Две фотографии стоят 100 бат. Хотите, покупайте или нет, на ваше усмотрение. На пирсе вы будете следовать также за нашими тайцами, и они доведут вас до трансфера, который повезет обратно в отель.
Продолжаться.
чем проще мы здесь, тем больше искры. Взлетную истину какой точной, стоит ставлю вам прочно. Пусть полет завяз, информации летит. Музыка людей под мой габарит. Развлечения для мужчин, для тех мужчин, которые не хотят танцевать, для мужчин, которые хотят поймать золотую рыбку свою. Здесь мужчины рыбачат. Желаем вам всем поймать свою золотую рыбку к Новому году, друзья!